Крупные проекты реализуют в Казахстане для развития транзитного потенциала. Сразу три из них запустят для расширения железнодорожных маршрутов, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны. Так, строительство вторых путей на участке до Стык-Муинты увеличит объем транзитных перевозок и пропускную способность между Китаем и Европой до 5 раз. А благодаря железнодорожной линии Дарбаза-Мактарал сократится транзитное расстояние между Центральной Азией, Ираном и странами Персидского залива. И третий проект представит собой прокладку обводной линии Алматы. Она позволит сократить время доставки грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона и Китая в Центральную Азию и Европу на сутки. Отметим, по территории Казахстана проходят 13 международных транспортных коридоров, 5 из них железнодорожные. За последние 15 лет в отрасль было инвестировано 35 миллиардов долларов.